Так, когда вам скучно, вы что делаете? Смотрите телевизор. Кстати, не обращайте внимания на тот звук, это мама там что-то моет в самое неподходящее время. А вы знаете, что один ученый потратил свою скуку на необычное открытие? И для этого нужно показать карту Вселенной. Видите какую-то темную область? Эту? Нет, не эту. Вот эту. Или эту. В общем, какой-то из этих темных областей. Это холодное пятно. А точнее, эта карта реликтовое излучение Вселенной или ксфи. Один ученый хотел проверить, как там что себя ведет, и обнаружил там черную дыру. Хотя там по правилам нету почти ничего. Но все-таки там есть черная дыра. А точнее, Войт. Ну, для этого нужно погрузиться глубоко в глубоко в холодное пятно или сверхпустоту Эридана. Это так темно, потому что мы в холодном пятне. И поднимаемся. Ничего не видно. А для этого я же все-таки не могу взять настоящие фотографии. И поэтому я возьму для этого книгу. Чтобы было интереснее на что-то хотя бы смотреть. Вот. Черная дыра воет. Это будет. А теперь давайте вернемся в холодное пятно. Этот ученый там заметил. Это, пожалуй, его там заметил. Это, пожалуй, самая большая черная дыра во Вселенной. Очень она большая. Ну, давайте еще одно открытие, которое поразило весь научный мир. Это открытие связано с морем. Однажды ученый исследовал коралл, который он нечаянно разбил. И он положил маленькие кусочки коралла туда, в свой аквариум, и заметил, что они растут быстрее, чем обычные возрастают. А они обычные растут 100 лет, а мелкие кусочки в 25 раз быстрее. И так что мертвые кораллы или их кусочки можно будет посадить, вернуть в коралловые рифы, посадить, и они будут расти намного-намного быстрее. Кстати, вы знаете, что морская звезда – это тоже коралл? Кстати, сами кораллы – это тоже животные. Правда? Это тоже животное. Кстати, самый большой коралловый риф, большой барьерный риф, он находится в Тихом океане. Наверное, возле Огненного кольца, сети вулканов под водой. Я, конечно, не могу показать цветение кораллов, но они живут миллионы лет.
Они очень-очень старые.